В Германии школьникам запретили носить умные часы. Как пишет немецкое издание Welt, такие девайсы Федеральным советом, агентством Германии приняли к незарегистрированным устройствам для передачи информации. Или, другими словами, шпионским. Речь идет о часах для детей от 5 до 12 лет. Они позволяют родителям в любое время удаленно подключиться к данному устройству и подслушивать за тем, что происходит вокруг него. Продажу таких часов приостановили, а владельцев призвали уничтожить шпионский гаджет.